На ежегодном отчетно-выборном казачьем сборе наметили основные задачи работы. В нынешней ситуации особое внимание казаки будут уделять вопросам безопасности. Так глава региона поручил усилить казачьи патрули. Сегодня, когда террористы устроили беспредел в Европе, взрывают и расстреливают людей, мы здесь, на своей земле, должны надеяться в первую очередь на себя. Вы не просто должны, вы обязаны защищать сами себя, свои семьи, своих близких, свою землю и свою веру. Обязаны, так как делали ваши предки. Я не призываю вас достать из сундуков дедовские шашки, а просто призываю усилить казачьи патрули. В рамках сегодняшнего дня вы сегодня должны максимально контролировать все, что делается в ваших хуторах, селах, станицах. Кроме того, на сборе прошли выборы атамана кубанского войска. Им вновь стал вице-губернатор Кубани Николай Долуда. Казаки за него проголосовали единогласно. На традиционный выборный сбор они съехались со всего региона. Участие в нем также принял председатель законодательного собрания края Владимир Бекетов. Перед началом голосования Николай Долуда подвел итоги работы за последние 5 лет. В первую очередь они касались охраны правопорядка. Охрана общественного порядка занимается порядка 4000 казаков. За 5 лет совместно с сотрудниками полиции мы предотвратили 2500 преступлений по краю. Составлено почти 400 тысяч протоколов об административных правонарушениях. Финалом сбора стал обряд посвящения Николая Долуды в атаманы, после чего он официально заступил на новый 5-летний срок. Галина Захарова, телекомпания ФКТ.